Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля. А значит, вы на канале Лёша Играет и тоже, возможно, являетесь жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты. А вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжение просмотра. Тут еще можно скот, конечно, вырубить, пока Магнус сидит. Так, давайте-ка... У меня не стоит карточки на... Ага, не стоит. Так, надо, наверное, при открытии меркантилизма поставить карточку на плюс к действиям рабочих и за деньги их покупать. О, руинки нашел. Красота. Не знаю, как мы будем Канаду останавливать, честно говоря. Тем более, что я это не могу сделать, только Шумер с Вьетнамом. А Вьетнам я сам хочу захватить. Так, пройдемся по городам. Спарта, рост. Каринф, рост. Олимпия, тоже рост. Кстати, я, наверное, за деньги рощу куплю следующим ходом. А еще, я думаю, может все-таки купить поселенца и вот тут город поставить таки. Ну, здесь вообще не хуй. Хотя, слушайте, я могу еще вот здесь поставить. У меня будет, между прочим... Опа, слушайте, а может, здравствуйте. Может двух поселенцев купить просто? Добрый вечер. Канада, это, конечно, мощно. Что мощно? А. Ну, да, 350 культуры. Это просто в три раза больше, чем у второго места. Почему вы дали ей столько культур? А? Как так получилось это? Потому что у него дофига тундры, где он поставил много городов и в которых поставил свои эти коробки. Да там не из-за коробок, там до коробок было столько. Ну а из-за чего тогда? Сложно сказать. Ты еще и соседство на театралке какие-то взял, что ли? Ну, у него очень много театралок, если что. Еще и театралок много. Ну, прям очень много. Ну, не знаю, Шумер с вьетнамцем у вас как? Это не беспокоит? Да. Пока нет. Вы не переживайте на мой счет, потому что авиация очень-очень далеко. Рандомными техами моя культура, ну, ничего не делает, по сути. При чем тут авиация вообще? Потому что она дает туризм. Нихуя, это кто мне шпиона отправил? Так. Это кто, Вьетнам спросил? Да. Это я был. А чё, у тебя много голды стырил? Ну я так прокачиваю чисто. Ясно. Да не, если тебе надо вернуть, ты кинь трейд. Да, не, не, не.
мне не жалко. Так, тут я хотел рощу этот купить, кстати. Ой, не тут, а вот тут. Буэнос-Айрес пойду, у него там хп мало захочу. Да, там на этом, красиво. На автомате. Ну, священку надо тут ставить тоже. Блин, надо было эту клетку выкупить. Если еще справа от него город, там иду ставить один. Так, у меня Валетту выкупили, теперь туда караваны хуже. Дублируют редкие ресурсы, а тут редких ресурсов у нас гипс и янтарь. Ну, тут надо выкупать. И строитель 280 купим следующим ходом. Наверное, мастерскую надо в Эритрее. Так, а здесь почему-то я могу еще вот тут построить дамбу, надо ли мне? Ну, то есть каждая дамба это все-таки электричество. Но ну, наверное, когда-нибудь надо будет построить в Аргасе дамбу. Просто не сейчас. Блин, я там не успеваю. Где у меня тут скаут был? О. Опыт, фигня. Сим сделка. Вьетнам у меня постоянно валету перекупает. Шумер, Окленд. Зашибись. Торговый путь в Окленд. А валета что? А валета ничего не хочет. Ну, валета ладно. Вот Окленд, конечно. Хотелось бы союзить. А, вот где он. Так, я рынок тут не починил все-таки. Фак. Слушайте, а два универа я... У меня типа... Ну вот же, тут могу, да? Давайте тогда отложим пока. Осадная тактика, два трибушета. Так, ну трибушеты я могу купить, походу. А, хрен. Уже бомбарды открыты. А-а-а! Так, надо посмотреть, что-то еще я могу ускорить. Оружейная. Ну, вообще, три линейки можно купить, но, по-моему, они у меня не открыты. Они у меня даже не открыты. Лос-Анджелес ко мне отваливается, я думаю. Да, потому что в темном веке Вьетнам. Ну, я заберу к себе Лос-Анджелес. Не может он его удержать. Я так понимаю, Лос-Анджелес моим станет, да? У меня 64.
И тут дамбу могу. Блин. Ну, кстати. Походу не уходит. Давайте, наверное, дамбу построю. Тоже другая река. Ой. Ладно, спасибо всем за игру. Ты кто говорит? Спасибо за игру. Рим. Рим. Рим, я у тебя один город снес. Ты зачем походишь? Сколько? Три хода до столи? Ну, мне же сначала нужно путевого снести, а потом... Что они там шепчут? Вы слышите, что они шепчут? Я не слышу, например, что они там шепчут. Друг с дружкой, они еще друга понимают как-то. Не, ну слушай, ну ты его там в любом случае вынес как-то. Да нет, просто не доигрывай. А нет, сейчас художник будет. Да художественный. Это легче забрать, правильно? Венецианочка. Да, венецианочку я хочу. Блин, 418 культуры. Не знаю, я думаю, что вполне можно здесь попробовать культуры и победить. У него слишком много культуры, у него очень много культуры, и он очень быстро выйдет в рок-группы. Не знаю, вполне... Канадец может культурой побеждать, потому что у него очень много культуры, он выйдет в рок-группы быстро, и у него очень много веры, чтобы их купить дофига. Это все я понимаю, но проблема в том, что авиация слишком далеко. Да почему тут авиация, блин? При том, что без авиации нет туризма как такового. То есть я не могу физически победить туризмом до того, как открою авиацию. А мне до авиации ходов 15. С моей наукой. Ну, даже через 15... Так, через 15 ходов ты выходишь в авиацию, покупаешь рок-группу, и ты уже в рок-группах будешь, и все. В смысле, ты победишь? И 15 ходов — это довольно быстро, почему это не скоро? Вы же все поулетаете к тому времени. На 115-й ход мы поулетаем? То есть ты... Ладно. У него столько же науки, сколько у нас, да? Конечно, сделку для меня такое было разведа. Ну, поулетаем мы. Смех на дроте. Злые вы все просто, и все. Нет у вас оправданий. Кинул предложение в Вьетнам. Япония. Макс. Что, мер сделка? Часик.
блин. Прикольный этот остров. Сейчас хоть в Родосе и Коринфе какое-то производство появится. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, надо вот ту каравелку вернуть и из нее армаду сформировать. Правда, может, не в эту эпоху уже? Типа я тут в темный век выхожу спокойно, может, и тут пока... кругосветку не делать. Умер. Блин, хочется еще все-таки сюда поставить город. Наверное, надо в Микенах будет купить посело 700. Поможем Максиму, поможем Абрахаму. Тут против. Ну, не знаю, видите, опять я завишу от других игроков. Я реально не могу ничего Канаде сделать. Только зависит от того, нападут ли на него... На него шумер и, или Вьетнам. Ну, скажи, или вместе нападут. Кто участвует, кстати? Там будет написано. Так, здесь участвует Рим, Китай, Канада. А здесь участвует Китай и Рим. Ладно, я точно, наверное, следующую эпоху подожду делать армаду. Хотя можно... Не, просто быстрее город поставим. Ладно, здесь куплю. Буквально минус один житель нормальный. Там все равно предел по населению достигнут в любом случае. Так, выполнили задание Кабула. Кстати, мне бы караван в Окленд еще отправить. Так, художественный музей мы строим. Эту оперу и балет можно отложить пока. Блин, надо бы каравеллы починить. О! Есть промышленная зона на 12. Давайте, наверное, акведук сразу. Тут прям дофига было. Так, этого там уже вынесли, чувака.
Нафига мне акведук? Я думаю, что мне акведук не нужен. На каких условиях монополия возникает? Ну, когда у тебя больше 66, по-моему, процентов, или 60%. Продолжение. У меня вообще нету монополии, я смотрю. Че, чтобы там очень много театралок у канадца, давайте минус музыканта. И надо бонус противокавалерийский, потому что у меня Византия идет на меня. А почему музыканты, а не художники, например? Музыканты больше дают туризму. Ага. Ну он просто еще вряд ли там в музыкантах. Нет, ранние музыканты очень много генерируют. Хотя 13, да, 13. Да, давайте музыкантов, действительно. Эх, Шумер. Нехорошим ты человеком оказался. Да. Так, и теряют... Какая кавалерия? Тяжелая? Просто бонус противокавалерийской. А, бонус для противокавалеристов, да. Противокавалерийское прошло, не начисляются музыканты. Не готов. Так, и у нас тут... Тоже подготовиться. Я уже напал тебя. Не знаю, у тебя было вроде много военных после меня. То есть там война японца с Византией. Можно было вполне себе включиться. Тут, правда, рядом с горой какие-то райончики можно поставить, но пока я лучше фермы сделаю. Потом буду включаться. Меня? Зачем? Ну, кстати, лошади не обработаны, нифига себе. На данный момент слабее тебя находится, ну, точнее, Япония и Византия. Ну, видите, я по очкам на втором месте, но как догнать Канаду и, типа, что мне сделать с Канадой, я не представляю. То есть я просто ограничен, это мне надо сносить Вьетнам. Получается. А где мобилизация-то? Нашел уже? Я не помню, но там единственный язык будет. Мне, конечно, в строительную инженерию надо, чтобы губернаторский титул получить и Амани. Прокачивать окончательно и бесповоротно. Ну вот если бы не какой-то вот дисбалансный старт Канады, была бы замечательная игра. Мы все вместе ровно шли, но это трындец какой-то, вот это 456. И у него еще производство до хрена благодаря Япония, трудовой мне дисциплине. Мне нравятся разговоры про раздел территорий. Не хочешь завершить и объединить усилия? Не, а как это убрать чат? Я прекрасно понимаю китайцев. Я в территории. В конце хода нельзя так делать. Или можно, я не знаю. А, говорили, нельзя, не нельзя, делать. Ничего в конце хода нельзя делать, чтобы никто не мог отреагировать. Кто там что сделал? Ну, с тобой хороший караван, меня все устраивает Византия.
Давайте из Кноса куда-нибудь во Вьетнам, чтобы производство просто там было. Так, пока никуда не отправляем. Так, а здесь мы оперу и балет, давайте строительную инженерию. Тут шедевры делаем. Тут покупаем рабочего. Кстати, и торговца можно купить. Давайте из Олимпии. Урбанизацию еще ускорим с 15 жителей в Спарте, да. Так, посмотрим просто, что здесь у нас. Мне нужно открывать те социальные политики, которые дают этих губеров. Вот этот темный век, 5 ходов. Это уже Лос-Анджелес, да, отвалится следующим ходом. Вьетнамец, а ты Лос-Анджелес будешь захватывать или все-таки мне его отдашь? Давай эти Лос-Анджелес, ты мне форсал. Не, там же у меня столица прям рядом, я же форсалу поставил... Блин, ну ты ее так поставил, тут типа, как бы, я думал, мы тут, ну, не мешаем друг другу. Так мы не мешаем, я клетки не выкупаю, ничего не делаю, тут морские клетки для меня. Я вот даже не планирую куда-то там что-то делать. Просто тут так влияет моя Спарта, что ты не сможешь ее удержать тоже. Я ж поставил, потому что там вообще нету никакой лояльности от тебя. Да, наверное, промышленную сюда надо. Венецианочка, 4 хода. Так, а на том континенте все друг с дружкой воюют, да? Ну да, Рим решил сделать эту заварушку и вышел. Классика. Ну вот так. Oh, swear not by the moon. Японец, смириться будешь? Давай. Так я кинул. С Византии будет своего. Эх, а я думал. Сейчас как. Вернусь в игру. Вообще, по-моему, я вообще не помню, когда я в шестой циве строил великий маяк. Конечно, приятненько тут двигаться. Так, я не посмотрел. О, тут как раз губернаторский титул. Блин, может есть формальный повод объявить войну кому-нибудь? Нету. Давайте попробуем Трояну. Ой. А, там другая просьба о помощи была. Я уже думал, эти закончились. Я хочу еще получить очки дипломатические. Так, производство у нас тут до хрена стало 12.
поскольку я вступил в войну, чтобы помочь Японии, Византия будет воевать со мной, правильно? А чё, она на меня не пойдет? На кого на тебя? Так, а где у нас эти открываются? Хрен знает, где у нас открываются археологи. Но мне надо наращивать, хотя он там и у Китая там культура есть. Там уже почти воевать нечем. Кому? Византии. Ну, по крайней мере, для хорошего, так сказать, пробития не хватает войск. У него почти в каждом городе строится по ипподром. Слушайте, надо как-то какую-то роль сделать, хороший хост, и Грега ее дать. Согласен. Приятно, когда не вылетает. To be or not to be. Так, столицу сюда переброшу. Ни на что не влияет, но просто в столице универсальные ячейки для курса, а здесь только для письменного шедевра. Понимаете, да? Ну, не хочу я кругосветку делать, чтобы очки не получать. Пока просто гуляем. Так, я к виду готов. Ну, пора, наверное, кампуса. Давайте еще мастерскую. И будем уже кампуса строить. А в Коринфе где-нибудь вообще можно кампус нормальный? Пока не видно. Я просто мимо проезжал. Строю гавани, а не... Нет, давайте, может, сюда... А не то, что обычно, потому что я надеюсь все-таки пересоюзить когда-нибудь Валетту и просто купить там все в центре города. Вопрос, отвалится ли он ко мне, когда мы в темный век попадем? Вообще, я еще сюда могу город поставить. Вообще-то. Наверное, в Радосе стоит купить. 760. Почему нет? Тут не уйдет житель, потому что Магнус. Еще тут город поставим. Тогда точно Лос-Анджелес, даже в темном веке, мне кажется, ко мне отойдет. Единственное, что тут невозможно будет никак, ни акведука, ничего сделать, но город пускай стоит. Запреточка, буря не у меня. Так, вот этот пролив мы полностью открыли. Да, кстати, там еще снизу у нас есть. Так, когда венецианка-то закончится? Следующим ходом, отлично. Капер надо будет построить после венецианки. Это место оставляем на дамбу. Ой, блин, меня убьет, хотя там вообще полностью раненая. Не факт, что убьет. Фиг знает, будет ли у нас... Ну, то есть я хочу ускорить войной с Римом вот этот цивик. О, плюс 4, зашибись. Акрополь только тут. Ну давайте, ладно. Так, и...
Я хотел купить поселенца. А, слушайте, я забил вообще на... Я же хотел религию укрепить, я вообще забыл об этом, блин. Что религии вообще мне не укрепленная нифига. Это реально надо. В Афинах сейчас деньги потратим на покупку священки, храма и гурдвары. В Афинах очень мало производства, но я все еще надеюсь на Окленд. И когда мы Окленд навсегда засоюзим, на это надо Амани прокачать до кукловода, будем Лян пересаживать по другим городам, чтобы везде аквакультуру сделать. То есть Олимпия, Спарта, Эритрия, Микены, Теринф, вот это вот все. Есть венецианка, значит, строим... Один капер пока. Быстренько. Еще два хода надо ждать с Римом тут. Сначала возьмем. Дальше распространяется стоимость, снижено лечение, игнорируют стоимость. Ну, плюс 2 единицы веры давайте возьмем за каждый город. Так, а тут сразу религию, игнорируют стоимость. Давайте дальше распространяется. Хотя, просто я не буду сам ее распространять, пускай она так идет. Так, и, собственно, вот тут я хотел купить святилище, храм, гурдвару. Начинаем кампус строить. Блин, может, производство? Не, ну, блин, тут слабенько. Тут производство надо от Окленда иметь. А нет, промышленной зоны. Блин, сюда приплыл. Блин, я так сейчас в нормальный век выйду. А, нет, не выйду, слава богу. Может, мне стоило укреплять его следующим ходом? А, опять не посмотрел, сколько на что осталось. Ну, слушайте, это я вовремя Акрополь тут начал строить. Я бы сейчас тут шахту сделал. И потерял бы просто ходы. Ну, надеюсь, уголь у меня будет. И раз уголь, два уголь, зашибись, и он даже сразу работает, кайф. Так, за что будем получать? Ну, наверное, за здание. Вот это я уже практически все открыл, так что вряд ли мне это много даст, так что пульс паровой машины давайте. Так, Амани продолжаем повышать.
Вдохновение для национализма. А, кстати, Окленд все еще хочет караван к себе. Вот почему я к нему караван не посылаю? Почему я такой плохой? Первая в мире армада. Так, теперь, кстати, скаутом можно и кругосветочку. Все? Добили маленького троянчика? Ну, да. Не, подождите, фабрика, фабрика. Где у нас максимальное соседство? 8, вот здесь. Так, ну оно дотягивается, конечно. 3, 4, 5. Ой, даже до Афин. Ну, фабрику в обоих надо делать. Ну что, вы навоевались? Ладно, конец. Я предлагаю, ты нам половину городов даешь, мы уходим. Отдаю половину чего? Ты нам половину городов даешь, мы уходим. Да, можете не уходить, ладно. А, они воюют с канадцем. Бля, как я это пропустил вообще? Просто смысл этой войны, у меня 129 науки. Я не такой лидер, как вы думаете. Посмотрите на других вот за эти 5 ходов, что изменилось вообще. Так смысл в том, что у тебя дофига культуры и производства. Просто выиграешь, да. И веры. Если бы у тебя хотя бы чего-то одного из этого не было, так у тебя есть все. Стоп, смотрите, вы своего добились, я всю веру потратил. Ну, у тебя вход, знаешь, сколько веры? Если ты не знаешь, мы тебе скажем. Сказать тебе, сколько у тебя веры вход? Сколько? 450. 450, это просто, ну, так быстро все возвращается. Ой, Феопа, 169. Ну, 160, так и у меня вход 178, но это как раз обычное... А 450 веры вход и 450 культуры вход? И сколько ты там производства имеешь с трудовой дисциплины? У тебя там все в тундре. Не, я все понимаю. Окей, ну, твои аргументы я понимаю. 10. Но... Подожди, как это поможет конкретно Вьетнаму и Шумеру? Они не могут меня забрать. Они это видят сейчас. Ну, так а если они не будут с тобой воевать, ты просто улетишь? Я бы с удовольствием влез бы в войну, я просто вообще ничего не могу сделать. Я бы с удовольствием сам в этом поучаствовал. Ну, просто тут что, сидеть, смотреть, как ты побеждаешь, и все? Да почему я побеждаю? У меня только культура, и все. У меня нет ничего больше. Производство и вера, еще раз. У тебя бы хотя бы чего-нибудь одного из этого не было бы. Я забыл трудовую дисциплину. Так, вот тут как раз фабрика, наверное, не нужна. А вот аквапарк, наверное, можно построить, кстати. Причем, да, вот здесь.
Блин, я не успел Трояну объявить, имея формальный повод. Кстати, может, я объявлю войну канадцы? Типа, а чё это? Чё не объявить? Может, объявить войну Канаде? Да, конечно, мы попробовали. Господи. Не, ну а чё, вы с ним воюете, чтобы вы знали, что я с ним не торгую? Там, типа... Да, мы верим. Эфиопия, дашь военный союз? Кстати, я вот сейчас думаю, что меня апнуть... У меня по 10 счастья в городах без торговли. Ну вот, ну реально. Каравеллы апнуть в броненосцы и... Вот у меня тут Китай поджимает снизу. Снести, может, какой-то Эфиопия, город? Если я сейчас апну танки, ты ему не будешь давать военный союз, правильно? Жалко, вот эта каравелла немножко далековато. А тут каперами можно просто ехать к нему грабить... Может, еще парочку каперов, кстати. Блин, археолог еще. Ну, надо каперы. Так, а есть у нас карточка на каперы? Эфиопия. Я легко отдефаюсь. Я могу за веру покупать юниты. Недолго. У тебя ППшка стоит в городе, который я иду уничтожать. Что я не думаю, что ты долго сможешь покупать зелье. Ну, тем более с таким количеством веры. Мне, кстати, надо отправить караваны из городов со священными местами, потому что они больше денег дают за счет этого. Просто, ну тогда не понимаю смысл, типа, люди не занимаются и своей экономикой, и мне не дают заниматься своей. И на чью потому победу, что тебя так... надо немножко стопнуть. Тебя же просят отдать какое-то количество городов. А ну, ты вообще не хочешь города. Ничего делать. Смотри, я потратил всю веру. Потратил и что? Золото. Там, построил военные лагеря. Слил туда производство, на юниты производство. Просто... Типа, и ты считаешь, что ты остановлен уже, да? Ну, все. Это логично, ты понимаешь? Мы, если бы мы этого не сделали, ты бы дальше качался. Вот. Ну, я говорю, может, вот. Хватит? Ну, хоть сколько-то... Ну, хватит, слушай, ну надо... Ты не выиграл? Надо как-то договорить. Например, Викторию отдать Вьетнаму. То есть какие-то... Нет, на какие-то... я точно отдавать не буду. Ну, вот видно, а где компромисс тогда? Ну, это не компромисс. Почему? Типа, стопнуть человека, в скобочках отдать города. Я принял другое правительство там, заменил карточки, у меня фашизм, а не демократия. Ну, все равно у тебя слишком хорошо сейчас. Где, вот ты, хорошо, ты говоришь, мы не на свою победу, например, делаем. Скажи, на чью победу? Вот посмотри на демографию и скажи, в пользу кого мы это делаем? Нет, я не вижу другой континент. Ну, вот я вижу, например, японцы, там 200 науки. Ну вот, точно, у них у всех точно так же, как у нас приблизительно. Там есть еще Китай 190, Эфиоп 173. Я воюю всю игру. Но и они там воюют, да, с друг другом. А ты просто улетаешь, у тебя 500 культуры, 500 веры и еще до жопы производства. И то, что ты там что-то потратил, это вообще ничего еще не значит. Нет, я понимаю, ну... твою логику. Просто моя логика в том, а на чью победу вы играете, если, ну... Мы играем на то, чтобы у нас была просто возможность победить. Если мы сейчас будем сидеть, ничего не делать, то мы можем просто признать себя победителем и все, и пойти делами своими заниматься.
Просто что, посидеть 3 часа еще, чтобы ты победил, да? Пару ходов там надо было посидеть. Единственный вариант еще остаться, просто хоть какие-то города взять у тебя. Японец предложение. Если вы его не будете топать никак. И к нам потом будут претензии у игроков с того континента, типа, а что вы делали всю игру? Да, что вы делали всю игру? Чем ты разожрался? Мы будем заключать союз? У него 36 вход писателей, а у нас по чуть-чуть 10-9. Именно что. Ну, ребят, надеюсь на вас. Так, ну следующим ходом... Я удваиваю своих послов в Окленде, и на этом, в общем-то, я думаю... С соседями проиграю только потому, что вы ничего не... Что Китай? Мы будем заключать союз, доплевать. Давай. Так, мне надо будет карточку на ап-юнитов поставить. Военный? Чтобы апнуть каравеллы. Да так спроси. Так, а где у меня еще вот тут уголь, да? Ну да, а то я смотрю везде. Так, давайте я, наверное, вообще халявит. Куплю строителя. А, халявит. Ну, да это я понимаю, Афины. С Оклендом, Афины, огонек. Так, главное сейчас быстро апнуть Амани, чтобы никто уже не мог выкинуть ее из Окленда. Я думал, что там Византия, пипец. Прямо в начале хода надо это. Все, блин. Удачи. Так, карточку на ап юнитов. Так, скидка. Такое ощущение, что мне как-то не особо работает. Спасибо. Золото от района. А, все-таки плюс 3 от района. Не, подожди, от районов это его. Где вот у меня... Не посажу, что делать? Международные торговые пути подают плюс 2 золота городам со священными местами, еще плюс 2 золота за каждое... А, слушайте, может, она сюда дает? Ну, вот тут, наверное, дает. Типа, в сам город, а не... Да ладно.
Ну, надо еще каперы строить тогда. Нельзя обрабатывать, потому что тогда бонусы от заповедника уйдут. Может, у меня какие-то еще юниты. Как-то в кавалерию выйти и туда тоже прибежать. Блять, вот эти фасткликеры, это просто трындец. Так, и тут угольную, и тут угольную. Амфитеатр археологический, наверное. Или у нас там скоро художник может быть. Не, нафиг, археологический. Ой, блин, я сейчас за полную стоимость, что ли, апнул. Эй, как вовремя открылся институт, что у меня эту карточку с... убрала. Так, ну давайте пока, наверное, селитру угля. У нас сейчас уголь будет маловато его. Посмотри предложение. Ну, очень много всего. О, я еще и тут могу покупать. Так, так это здорово. Я понимаю, столько городов. Ну, пока все. Или средневековый, давайте тут тоже купим. Стену возрождения неохота тратить, веру. Ну, пока никуда не отправляю. Давайте колониализм еще откроем. Можно художественный.
Так, ну вообще можно лян пересаживать, да? Уйдет, конечно, какое-то производство, но в принципе не надо везде аквакультуры, во всех городах этих, так что в Олимпию сначала. Ну, не так, чтобы и сильно, да? Каса де Контрасьон, там на том континенте войны тоже идут. Что тут надо что-то пообрабатывать? Не, ладно, у нас в той стороне еще куча клеток необработанных. Блин, надо было, наверное, купить рабочего. Да, ладно, теперь уже 5 ходов ждем. Первая в мире. Я, кстати, первый в мире кругосветку сделал. Вот видишь, как у тебя все хорошо. Вот я за тебя рад. А ты вот за меня вообще не радуешься. Что нужно стопать лидеру? Мы уже кругосветки делаем. У нас весь континент, получается, с Канадой воюет. Ну да. Зашел на божестве покатать, там всем войну объявил, сижу, чилю. Это и прими предложение, и союз надо принять. Так, цитрусовый и чай есть у меня? Чай не... А, есть. Цитрусовый тоже есть. Нету черепах. Но они тут по одному. Еще у шумера были черепахи. Да. Нету табака. Это, конечно, сделка богов. То есть ты мне предлагаешь 11 влияния? Ну, предложи свою сделку. За то, что у меня скоро закончится. Не знаю, вот так можно. Можешь уменьшить, у меня все равно пока плюс вход идет. Может попробовать дипломатии что-нибудь еще? Ну, типа, в победу дипломатии. Нам для этого надо кое-какие чудеса, правда, строить еще. Так, где у нас? У Канады 6 голосов, да. Тоже нельзя давать Канаде там. Не дружим. Да ладно, Вьетнам мир заключил. Мир не заключил. Ну что ты Вьетнам замирился? У меня самолеты строятся, но не сделают они ничего. Не, ну мне валет, наверное, не нужна. А чья? Вообще ничья. Зачем воевать? О. Мы мирный континент. Мы должны были топить за то, что мы мирные. А вы вот все испоганили. Это ты испоганил. Я самый культурный, я вам, блин, тут праздники делаю. Че испоганил сразу? Вот с культурой своей. Просто согласись, было бы глупо, если бы мы просто бы ничего не делали и отдавали тебе победу. Я соглашусь, но так, при этом... Ну и к чему претензии тогда? Нет, смотри, сейчас я походу объясню. Есть. А слабо не походите, объясню. Сложно. Не волнуйся, раунд 2 будет. Ну, кстати, потрясающий престижный пригородный район, я вроде как раз сейчас строю. Не волнуйся, брат. Два хода.
И он тоже, не, пока мы в войне, он не может сюда отправить... Я даже, наверное, не буду с канадцем вообще в принципе мириться, чтобы он сюда не отправил Амани прокачанную. Я вообще только три Амани вижу. Шпионов надо, кстати, сделать. Смотри, вот я объясню на примере Шумеры. Вы правильно говорите, но просто для начала нужно же свои силы оценивать и сначала, ну, наладить свою экономику. Я вот, ну, на примере Шумеры, вот у него справа куча места, которое могло быть заселено его городами, а не моими, о которой он хочет отнять. Ну, так у него вот экономика будет за счет твоих отнятых городов, нет? У меня цель не это. Но это... Во-первых, они не будут отняты, ну, никак просто. Я потратил на захват. Так, где нам тут Акрополь ставить? Не, давайте кампус. Скорее нам больше наука требуется, как и в Кносе. Переработку и экономику ускорили. Так, ну экономику надо открыть. А вон где химия. Блин, или в нефть идти. Я думаю, надо в нефть идти. Отъезжает каравелла, надо ближе подойти будет. Византия предложение. Китай предложение. Темпло-майор. А, он уже стадион Маракана построил? Ну, прикинь. Вот это да, ребят. Как он далеко находится, да? На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.